Доставлять удовольствие следующим поколениям. А спорт – это одна из форм деятельности. Поэтому давайте вот из их слов каждый из нас подумает, каким образом сделать нашу жизнь веселее, оптимистичнее, относиться друг к другу доброжелательнее и создавать друг другу хорошее настроение даже при тяжелых работах, которые многие из вас делают. Спасибо вам большое за ваше внимание. Ледовых фантазий Тамары Москвиной, несравненная Алина Загитова с ее новым показательным номером. Всем добрый вечер. Спасибо за сегодня.
хотела сказать, что мне безумно приятно сегодня выступать здесь. Спасибо большое вам за то, что пригласили меня. Мне безумно приятно выступать перед вами. Еще хотела бы сказать спасибо большое за то, что дарите нашей стране такие прекрасные пары, олимпийские медали, олимпийские надежды. И безумно приятно, еще раз скажу, сегодня здесь находиться. Спасибо большое. Я благодарна молодежи, которую часто ругали. Она хорошая у нас. И раньше была хорошая, и сейчас хорошая. Просто мы должны, взрослые, находить такую мотивацию для них, чтобы ребята старались быть лучше нас, развиваться активнее и продолжать наше дело еще дальше. Молодежь, спасибо вам большое. Я вам очень-очень признательна. Ирина Загитова, специально для Тамары Николаевны Москвиной. И так бы нам не хотелось, чтобы эта ледовая фантазия продолжалась.